Здравствуйте, дорогие любители бильярда! Я недавно вернулся из Москвы, и у меня для вас есть сюрприз. Желаю вам приятного просмотра. Сереж, привет! Привет, Игорек, рад тебя видеть. Взаимно. Слушай, у меня есть идея записать видеокурс для любителей бильярда. А, это вообще хорошая идея, я уже знаю, что ты в этом преуспел. Вообще было бы здорово, чтобы ты приехал в Москву первым же возможным способом, и мы с тобой вместе смогли бы записать классные идеи, потому что у меня есть суперноваторские решения по методологическому процессу. И я думаю, что будет очень интересно всем любителям бильярда. Класс. Поддерживаю. Едешь? Обязательно. Здравствуйте, уважаемые любители бильярда. Рады приветствовать вас, мы с Игорем Литовченко на наших занятиях в онлайн-школе Billiard Pro Club. Мы с Сергеем объединяем усилия и сделаем для вас максимально полезную и эффективную информацию для повышения мастерства. Поэтому следите за нашими выпусками и повышайте свой уровень мастерства. А мы вам в этом обязательно поможем. Я провожу занятия со своими спортсменами, они погружаются, у них есть такой день тишины. Когда целый день не наносится никаких сильных ударов, когда ты не слышишь звуков по железу, все только катят, шарик катят, различные позиции, но все играется на тихом ударе, на тихом ударе делаются выходы, но тем не менее, все равно это день тишины, после которого 2-3 часов тренировки человек совершенно с другим пониманием вообще стоит у стола, приходит на следующий день на тренировку. То есть он уже настолько за один день привыкает играть, выходить на тихом ударе. Для него уже не страшны такие примерно шары. Понятное дело, что там такие он еще не научился забивать на тихом, да и опасно это в любом случае. Но вот эту область, примерно такую несложную область, ну, человек выходит абсолютно легко от одного борта в среднюю, от одного борта в угол, от двух бортов в угол. То есть может даже там на мягком, на тихом ударе тоже давать вращение и выводить шар туда, куда ему захочется. Поэтому все дело в тренировочном процессе, в правильно построенном тренировочном процессе. И это только лишь всего день тишины. А у меня есть еще один день, который, наверное, был бы твой любимый день. Интересно, расскажи. Этот день называется прямой и ровный. То есть прямой и ровный, больше ничего ты не делаешь, кроме как прямой шар ты бьешь. И ровный удар. То есть ты прямой шар изучаешь досконально. То есть прокатываешь вперед, оставляешь на месте, прокатываешь вперед на быстром, на тихом ударе, оттягиваешь медленно, оттягиваешь быстро. То есть ты просто изучаешь прямой шар. Расстояние между шарами такое, такое. И даже чуть-чуть еще дальше. Вот. Это прямой и ровный. То есть тоже градации есть различного уровня этого удара, но ты целый день занимаешься только этим. Вхождение в линию, попадание в свой идеально, совмещение цели, прицель. Здесь все абсолютно. Плюс ты еще правильно должен дозировать силу удара таким образом, чтобы сделать выход, либо сделать на месте шар, либо сделать оттяжку. Этих элементов очень много. А есть еще дальнобойщик. Офигенный день. Дальнобойщик. Вот ты просто играешь тупо дальние шары. Весь день? Весь день. Но для некоторых спортсменов есть классификация этого дня, то есть играются чужие и свояки, но через все поле. Чужие прямые, чужие порезки, свояки на тихом, на среднем ударе, на сильном ударе. Не используешь вообще никаких близкостоящих ударов. Точнее, да, ты бьешь такие шары через все поле, и если здесь все хорошо получается, ты можешь выполнить вот такого рода удары. Вот такие шары в угол. То есть тоже через все поле. Можешь оттуда бить, как тебе нравится. Но это тоже целый день ты погружаешься в нюансы и тонкости ударов через все поле, через весь стол. Это вообще непросто. Продолжение этого урока смотрите на канале Billiard School Сергея Баурова, а также в нашей онлайн-школе Billiard Pro Club.